2500 человек смотрят, как чел слушает пердеж за деньги. Если б море было пиццей, я бы стал императрицей. Ну что, продолжим же Майнкрафт. Внимание, внимание, товарищи телезрители, зрители радио и видеоэфира. Ловите. Опа. Определить. Да, два дауна. Боже, какая же я сейчас черну, ты не против, если я это осуществлю? Что ты делаешь? Юбачка, чулочки, я ФВК, фембойчик. Я пожила фемочка. Нет, я не фемочка, я... Знаете, кто я? Точно, я знаю, кто я. Я люблю сенпай. Нет, вот это как называется, когда... А, фури, я фури. Я пожилой фурик. Я фури лав. Я люблю фури. Так, вот видишь как? Я прямо из дома попал вот сюда. Все потому, что я фембойчик. Все, пошел за алмазами. Ой, монстрики. Меня ебут сейчас, пацаны. Пизда мне, пацаны. Все домашнее задание слухаем. Запрет это полностью. А причат выйдет. На тебе. Умри, сука. Чё так потормаживает как-то, слышишь? Главное, стихма. Знаешь, чувствую, как будто подлагивает игра. Я не мужчина. Да, зима, конечно, лютая. Холод невыносимый. Единственное, что меня спасает, это любимая КС, в которой даже нет зимней операции. Или же... Операция Frozen Blade у Epic Drop — это простой путь получить нож для каждого. Правила простые. Выполнил задание, получил приз. На 15-м квесте лутаешь перчатки или тайное АВП, а на 30-м и 45-м забираешь уже гарантированный перчик. Ну а на 60-м — бесплатный кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Билет операции так-то стоит 600 рублей, но для вас по ссылке в описании лично я намутил 100% скидку. Это подарок на Новый год каждому из вас. Мало? Тогда играй в бесплатную рождественскую мини-игру по CS2, в которой тебе просто нужно добежать курочкой до конца игрового поля и не попасться под пулю врага. Играть можно халявно раз в час, а за победу лутать скины. А если играть регулярно, можно фармить мега-кейсы. Вот наполнение третьего мега-кейса всего лишь за 85 побед. Представляете, и все это халявно. Нафармить можно буквально ну за дня 3-4, ведь играть можно раз в час бесплатно. Все это добро продлится до конца этой зимы, поэтому ссылочку я оставил снизу, так же как и промо на 15% к балансу. Ставь ролик на паузу и играй в бесплатную мини-игру по CS2 и фарми зимнюю операцию. Чё он стоит там, а? Идёт? Пацаны, ведите себя, пожалуйста, нормально. Сейчас уйдет монстр. Я, сука, боюсь даже двигаться. Я думал, вы себя будете нормально вести. Мы под... Блять, пизда камере, по-моему, слышишь?
Я думал, вы себя будете нормально вести, мы пойдем посмотрим. Здравствуй, папа, Новый год на Бусти попозже. Бля, что он делает? Перекрутку сделал. Пизда. Пизда камере, пацаны. Пизда не работает. Мне что, пойти, блин, ее вернуть? О! Подожди. Шапка поломал камеру, блин. Нет, провод не отключился. Да, походу, он сейчас ее дохуярит. Ай! Блядь. Что он творит с ней, а? Мутант. Ну, максимум, что он провод перегрызет. Ну, а что там? Его сделать несложно будет. Да и вообще надо другую камеру будет, которая крутится. Чтоб я мог управлять, крутить ее, чтоб за ним следить. Провод он может, да, перегрызть, если даже камеру уронит. А камера, он же, она в коробке. Я ж там ее... Хотя, может, и коробку открыть. Если из жопы давит 12 атмосфер, слушай. Ну что, подводим итоги 3 года. Кархет, не пройден. Прыгающий рыцарь, не пройден. Деньги на Рустрак были спизжены. Пол лямы было выкинуто в недвижимость. Кентавр, который на буксирной тяге ездит. Нет, не правда. Ты не прав, дружок. Ты знаешь, я приехал на эту вечеринку, я там увидел такое. Заткнись. Привет, как дела? Нормальненько. Ко-ко-ко-ко-ко-ко, я петушок. О-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Я вот тут прям буду делать возле своего домика. Ну, точнее, подвал в своем доме прям. Ну, чтобы было удобно, чтобы я никогда не заблудился. Твоя мать хочет мою диаграмму посмотреть. Да, я... Деда, привет. Добавь, пожалуйста, мое имя на табличку и одного рандомного чела из чата тоже, пожалуйста, деда, не заленись, жест. А ничего, что, допустим, табличка тысячник. О, музыка пошла. Победная. Инерция, эрекция, депрессия, компрессия. Дисфункция, мартунция, девичка, птичка. Маричка, сестричка, водичка. Блять! А, ты рэпа? Рэпа хочешь послушать? Я тебе зачитаю рэпа. Бля, это я Рыбчинского тебе зачитал. Слушай, это рэп, нормальный рэп. 2500 человек смотрят, как чел слушает пердёж за деньги. Сколько тебе еще нужно, чтобы не слушать это уёбище весь поток? Плюща, да все уже, все, успокоился. А я ничего не получаю с мемов. Ну, типа, вообще ничего. Повесь меня на табличку, старенький любимый дедушка. Чем анимешник отличается от мужчины? Мужчина вытаскивает член, чтобы посать, а анимешник, чтобы отдышаться. Блять, ребята, смотрите, ну я поставил эту функцию на трансляцию, да? Ну шо мне теперь, ведь ради какого-то дауна отключать ее или чё? Нормально все было. Ну бывает, долбоба, ну чё сделаешь? Я не могу просто взять и сказать «не надо».
Ой, боже, как же сложно, когда у тебя нет кожи. У тебя что там, вельможа? Давай попробуем посмотреть на твое тело. Может быть, ты не этого хотела. Отключи уже эти ебаные мемы. Я, конечно, понимаю, что ты алчный хуйсос, который за деньги мать продаст и в жопу даст. Но ты сам не видишь, что твои потоки не смотрели. Я любил и ненавидел, но теперь душа пуста. Все исчезло, не оставив и следа. И не знает боли в яйце осколок льда. Один вот этот вот мем, который он присылает, он стоит 300 рублей. Понимаете? Просто он такие деньги, блин, задоначивает. Для того, чтобы пернуть, чел. Но я сейчас поставил нормальные цены. Я там по-разному ставил, я не знаю, какие нормальные, какие нет. 25 там что-то было, 250. Дед, дай ты мадерку этому челиксу, что запердел стрим, чтобы успокоился. Да, точно, надо ему мадерку дать. Может, пердеть хоть перестанет, подобреет. 7000 рублей только что задонатил. 7000 скинул человек, 7000 рублей. Я в шоке, я просто в шоке, у меня паранойя. Спасибо, брат. Ну это, блин, ну братишка, можно как-то понежнее? Моргенштерн, ты что ли? Почему твоя мама хочет мою диаграмму? Почему светит солнце там, где нет огня? Почему там огонь горит в душе твоей? Почему, скажи, ответ мне дай и ей. Почему я есть и ты есть у меня? И нам с тобою... Так, комната зяблов. То есть комната зяблов. Так, донатер Блеск. Блеск, потом Мих. Мих. И надо поставить таблички всех тех, кто мемы хуярил. Чело похоронил. Привет, тихо, дед. Это тебе на табличке. О, братан. Как тебе фимбойчик? Нравится? Спасибо, братишка. Да, очень. Да ты что, дружище, блин. АМП, братан, спасибо тебе большое. Спасибо, блин. Ты просто, блин, братан, я не знаю, мне паранойя, блин. Так, из зяблика из чата, да, давай, хорошо. Из зяблика из чата. Вот этого. Марцелуте. Вот так вот, смотря. Спасибо большое, ребят. Спасибо за поддержку. Все, вот челиксы, вот таблички. Сейчас расширяться будем. Чтоб выглядело эстетичнее. Вот, смотри. Заправь это полностью. А причат. Викочка, спасибо, малыш. Провокатор 77 рус. Спасибо, ребята. Блядь, мих, МП, амповицкий. Если я сейчас, ну, сюда прям вылью воду, то Яша умрет. Ну, будет, типа, вот этот камень фиолетовый, чтобы портал открыть в ад, или нет? Попробую. Че, блин, надо идти дальше. Че, блин, долбиться на одном месте? Как же высоко нужно поднимать персонажа, чтобы добраться до истины? Сейчас. Че? Это что было? Откуда? Это чё? Это чё, блин? Это чё? Это чё за хуйня? Слышите? Где-то здесь. Нет никого.
Я нашел. Дедуль, опять скамеш. Нажми Escape и оцени. Блять, это мой. Не нагли HTTPS двоеточие слеж. Сейчас подожди, брат. По-моему, я что-то нашел. Ой. Ебать, я в туне. Вот, вот оно все. Вот, блядь, мама, блядь. Нашел. Мама, блядь. Блядь. Ой, а где выход? Короче, вы поняли, я нашел золотую жилу. Я нашел золотую жилу, чел. Я нашел там. Они все там. Они все там, противники вонючие. Я их нашел. Запомните это место. Там где-то место будет деревяка. Я втунчик. У меня колотунчик. Сейчас попробуем обсидан сделать. Так, великие. Приветствую вас. Здравствуйте, великие. Великие, дал. Можно такую себе сделаю? Можно я себе сейчас броню сделаю? Потому что там же дракон. Можно я сделаю, блин, броню себе? Коля, конченые, придурочные. Ничего, что я знаю, кто это сделал, говно. Шо ты, голова? А? Шо ты, голова? Шо ты? У тебя новый брат. Валя приструнила, где она звучит угрожающе. Дай мне на луну, теперь там мое пристанище. Мечма за фазгов, та еще задники. Вам не повезло, вы с ними дали. Подожжем на мне горбану, да. Хлопцы, домашнее задание. Да иди ты, спи уже, обосранный. Забрать эту полностью. Обратят, выйдет.
так манишь каждый раз, как поженился, как словно я пришел побыть тебя, альтернативный нет, ты мой допустил, гоняешь урали под футболком. Скуши. Я на ваш обеда под столом, кучу мне привет, мой дом один симон, меня симон, но я так старый не сам уж лопом. Сейчас сказал, мой дурак, сейчас я тебе иначе, чем признаю, что мы все раздал, как бы не шпилять, брат, кого козыряли, молчу. Я говорю тебе, слух, забыл тебя зовут, слух, мой дети все ведут, слух, молодцы сына, слух, забыл вокруг, что ты хочу, ты цыган, извинчи, но одну мальчишков не кричишь, а бог, как чистый, ты мечи, запомни, и я пьянчес. Да, ну и хуй-то. Знаешь, иногда проще человека забанить, чем ему объяснять что-то.